Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить вкусные фаршированные баклажаны. Разрезаю баклажан напополам. Так, серединку баклажана я вот так нарезаю вдоль и потом немножко. Теперь баклажанчики подсаливаем. Желательно, конечно, чтобы в серединку попадать. Теперь баклажаны поливаю растительным маслом. Баклажаны выложила в блюдо. Духовка у меня уже разогревается 180 градусов. Отправляю в духовку и буду запекать. Сковороду отправила на плиту. Наливаю растительное масло и отправляю сюда чесночок. Я его немножко придавила. Обжариваю немножко чесночок, чтобы он отдал свой аромат. Теперь мне нужны помидоры. Помидоры можно взять любые. У меня консервированные. Я их вот так немножко придавлю сейчас. А если у вас свежие, то просто нарежьте их мелким кусочком. К чесноку отправляю помидоры. Пока его не убираю, чеснок потом уберу. Пусть немножко пожарится с помидорами. Добавляю соль и перец. Перец черный молотый. Чесночок прожарился с помидорами, ну, наверное, минут 5. И теперь я его отсюда удаляю. Он уже весь свой аромат отдал. И помидорчики обжариваю до тех пор, пока немножко испарится сок из помидор. Этим баклажанам нужно добавлять сыр моцареллу. Ну, можно и такой сыр добавить. Я добавляю обычный твердый сыр. Натираю на средней терочке. Помидорчики уже готовы. Видите, сок испарился, они стали такие вот густые. Баклажанчики уже готовы. Запекались они у меня ровно 20 минут. Немножко приминаю баклажан в серединку. Смотрите, какие сочные. Так, и добавляю сюда томат. Также сюда добавляю оливочки. Этот баклажан у меня будет без томата по просьбе зрителей. Подсаливаем, добавляем также черный молотый перчик, все это по вкусу. И выкладываем сыр. Опять баклажаны ставлю в духовку до расплавления сыра. Сырок растаял, все, баклажаны уже готовы к употреблению и подаче на стол. Получаются эти баклажаны очень вкусные, советую вам приготовить. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, также делитесь своими рецептами. Всем пока, увидимся!